Всем привет на моей маленькой разводне. Так, сегодня надо сделать подменки. Уже чуток начал делать подмены. Уже спустил ведро ускалярис барбусов. И смотрю, а у нас здесь беглец. Опа! И беглец убегает. Вот с этого аквариума. Так, мы сейчас его поднимем. И назад его забросим. Что сегодня предстоит? Подменки воды. А то уже все грязное. Нечищенное. Стекла повытирать. Все подделать, чтобы было красиво. Пицилька наша пропала. То, что у нее луска была. Такая. Это болезнь. Я прочитал в Википедии, что это болезнь. Я еще ее сюда бросил к своим рыбасам 200-литровый аквариум. Получается, что? Получается, что надо теперь и этих лечить. А лечение там долгое, 3 недели. Но мы никуда не спешим и будем их лечить. Так, по икре лялиусы у нас сделали шапку. Икры еще не видел, но надо будет посмотреть. Итоги будут вечерком. По идее, должны они одни реститься. Вон там он плавает, самец. Здесь у нас личинка макропода уже плавает вовсю. Вот здесь и икра скаляри отсадил. Все метиленом синим залил. Но личинки уже много. Даже очень много. Это меня радует. Ну, продолжаем работать. Итоги дня. Может, что интересного еще получится. Еще, возможно, даже отсадим на нерест сомиков коридоросов. Простых крапчатых и золотистых. Но посмотрим, если успеем. Всем хорошего настроения! Вот так вот, ребятки, итоги сегодняшнего дня. Везде сделали подмены. Здесь убрали скалярий. Остались только одни барбусы, глошки. Здесь тоже подмены сделали 50%. Вот, сюда мы поместили скалярии. В количестве одного помета у нас вышло 196 штучек. Только они где-то попрятались, их не видать. Вот такие малечки. Дальше у нас личинка макропода. Если будет видно, личинки макропода очень много. Очень много. Вот, инкубируется еще. Вот, видно. Инкубируется икра скалярий. У нас вот у лялиусов позеленела вода. Но малек есть, даже такой неплохой. Даже очень неплохой. Вот если получится, сейчас соснимем. Вода зеленая-зеленая. Убежал малечек. Он чуток видать. А, не ловит. Эти звери у нас не отнерестились. Но гнездо уже с пеной есть. Эти на карантине тоже подмену сделали. Всем хорошего дня, приятного настроения и удачки. Пока!